И все, привет. И всем привет. Сегодня мы будем играть. Всем привет. Так, кто там поет на пианино? Пипец, вообще офигенно. Так, мы сегодня будем играть в хоррор, так называемый. Хоррор The Black Dead. Короче, извините за такое время, что мы снимали, потому что у нас не было идей на негров. Я сейчас. А этот человек сейчас придет. Русский раскладку. Русский раскладку. Обычно он человеческого счастья. Телепорт. Я сейчас так ребенку послал, да? Я ютубер по Роблоксу, хочу объяснить. Вот. Но это понятно. Я ютубер по Роблокс. Вот. Я не новый. Я был ютубером по Роблоксу, но у меня там. Я удалил все свои видео просто. Это по причине. Кое-какой. И я не мог больше снимать. Вот сейчас только на вот снимаю. Вот. Это у меня сейчас 6 подписчиков. Да. Так, ждем, пока этот дебил. Тут. Фоточка крутая. Хума. Я должен найти выход отсюда. Может быть, где-то есть ключ. Охереть, ты просто логичный. Я просто гений. Я хотел просто открыть тумбочки. Блин. Как называется, я забыл. Посрать. А оно тут, блин, было. Я подумал, это включить радио, а это ключ. Ладно, насколько я понял, если там... Да, его зовут Елисей, меня Лёня. Вот, насколько я понял, он там надолго. Открывает он. Это похоже больше на карту ESP. Кстати, одна и та же ходка. Почти. Как тут приближение какое-то. Омега приближение. Так. Три. Дробаш! А чё мы не можем взять дробаш и убить здесь монстров? Это нелогично. Честно. Ну, может, нож. Ладно, мы не хотим, короче, защищаться. Мы хотим сдохнуть. Детская комната. Хума. Не входить. Да я хочу. Я видел, там нихера нет. Базар! Это базар. А, это склад. Родительская комната. Ванная комната. Ох, ё! Через стену даже видится. Ну-ка, здесь код, да? Ох, ема! Поговорить. Вообще не страшно. Поговорить. Так. Так, куда кот? Какой в жопу кот? А может от этого? Ладно. Так, ключ от детской комнаты найти. Сейчас мы найдем так же, как я нашел ключ от холла. Называлась поэтому. Так. Красиво. Присесть можно? Нет. Нельзя присесть, но я как-то подобрал. Пойдемте. Детская комната. Сначала интересно, что там. Прости, мамочка, мне запоминается слово. Какое? Там белое, зал ничего. Отсылка на игру в Кальмар. Ключ, спасибо. Басу. Я закрою дверь за собой. Не запомнился. Ты ладно, когда-нибудь пригодится, не дай бог.
Так, мы сейчас все знаем, что там будет. Там будет труп, чёрная хрень. Я этот звук знаю. У меня все отлично, просто хорошо. Папа, ты звонил? Я все рад и просто. А тут ключик. Там дельфины. Там дельфины. Мне нужно с ними сфоткаться. Ладно, я тебе потом перезвоню. Да, вообще. А, я понял, что за код. Точнее, зачем. Я первое не понимаю, где последняя цифра. Так, первая 5, последняя 6. Пойдемте, 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 быстрее, Так, первая 5, вторая там вроде бы 4. Сейчас увидим. Ребята, я просто, у меня память тупая. Потому что тяжело растить этого ребенка. А, там где-то. Да. Там. Ладно. Называет меня папой. Я пошутил. Здесь? Ни к чему, отец, не знаю, как быть дальше. Надо глупости. Ты отличный отец, слышишь? Три. Извините за то, что я так долго отходил и куда-то исчез вообще. 3-9. Ага. Так, 3-9-6. 3-9-6. Могус. Чё? Я тут без тебя всякое сделал. 3-9-6. Быстрее бежим. Последний. А чё, тут негр ходит? 3-9-6. Да. Тут чё, негр ходит какой-то? Ну да, ты же видишь. 3-9-6. Так, 3-9-6. А где я его не вижу? 9-6. Ты его не видел. А почему он меня не убил? Что за смс-ка, блин, пришла? Почему он меня не убил, пока я стоял? Не знаю. А что за смс-ка такая пришла, типа? А если он придет? Да, а он двери... Это чел двери умеет открывать? Да. Наверное. Ох! Ты. Мы типа ничего там не видим, да, окей. Баррикада. Баррикада. Чего ты это сломаешь? В шопе у себя найди. А, я как-то... Сэй, найди толпу. Стои, лиси, я сейчас... Глазки. Кто стучится? Ладно. Эй, найди толпу. Фу, сейчас найдем. Будем. Будем вместе с ней проходить. Давай. Да дорабаш, почему не хотят взять? Пепермент. Мне кажется, мы слишком тупые. Мы дорабаш не можем взять. А ты этого челика видел? Да. Там пустота. А, как он вы? Может, здесь? А как этот чел выглядит? Обосрун. Да как? А почему вопрос? Это говно появилось только сейчас здесь. Я что-то проходил. Это чё, толпа? Да. Вообще с тобой крутой перевод. Просто. Я знаю, русский раскладка. А, зеркало. Канайхава пепермент. Тут слишком темно, вы не можете. Гениально. Короче, о боги. То, я сейчас. Ок, не важно. Зачем? Жечь 5 крыс.
Ха, ребенок. Давайте ребенка сожгем. Нет. Ну, я просто не совсем хорошо. А, сейчас мы идем за крысой. Идем. Ребят, сейчас я вам покажу крысу. А нахава пипермен. Сейчас это, сейчас я покажу вам крысу. Сейчас покажем крысу. Извлечь пайфрататуй. Вот, я нашел крысу. Я не крыса. Дайте угадаю, крысы только сейчас тут появились где-нибудь. Ну вот, первое. Это не я, не крыса. Крысина, мордысина. Что? Блять. Это чего было? Я обосрался на самом деле. Вот это, крыса! Это... Вот крыса, вот крыса! Вот крыса! Вот отсылка на игру в кальмары! Крыса! Крыса, нашел. Я нашел крысу. Если я нашел крысу. Вот она бежит от меня. Крыса заскамила. Может, в микроволновке крыса? Попробуй, если она там, я вообще обосрусь от смеха. А, она в микроволновке. Крыса. Я нашел первую крысу. А я нашел крысу в микроволновке. Прикол, они бегают здесь. Елисей, покажи крысу. Вот, у меня крыса. Да я шучу, я не нашел там крысу. Елисей, они бегают. Они не просто лежат. Но они крысы. Ну да, крысы они вообще, ну крысы. Рыса флопоп. Да блин, хватит говорить про говно. Это крутой режим. Нет. Да. Нет. Неужели это крыса? Где? Да я ж пошутил. На базар там зайди вообще. Может, в этой кукле сидит крыса? Согласен. Ведь она сама под ее юбкой. Под ее юбкой. А ведь она сама крыса, прикол? А, ну ладно. Главный хаб не громим. Давайте крысы откроем дверь. Базар. Блин, гопу базарим. А, я понял, мы должны это, каждую найденную крысу сжечь, и потом другие будут появляться. Канай хава папарман, канай хава папарман, канай хава пипермин. Ками-ками, осел, осел, я, осел, ками-ками. Супер айду еще рун, то я виду тэм. Май джоуему, я пытаюсь сжечь крысу, алё. Вот, смотрите, крыса первая. Вот микроволновку ей засунешь. Так куда мне вашу крысу сжечь, если вы не хотите? Может, в микроволновку? Бурн. Каких мук? Крыса, ты сожжёшься? Или тебя нужно 500 раз сожечь? Ага. Она бессмертная, ты в курсе? Почему? Не знаю. Чё, блин? Я видел крысу. Крыса. Ладно, эту крысу мы не можем жечь. Это фейк. Че, да? Наверное. Ну что это Dead Inside чел? Я не знаю.
Этот, почему ты свет выключил? А. Ты не бил. Канахава не громит, канахава не громит. А может кому-то нужно дать эту крысу, разукрасить ей стены? Ну, конечно. На, сделай крысу первой. На, сделай крысу первой. Ками, ками, пойдем, 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 тихо. Супер Айдл еще. Там я имею в виду, Тен Майдро. Надо и крысу сжечь. Ну, а у меня Red E. И крыса. Да, у меня и крыса. Крыса. Ну ладно, да, надо ее на буковку R сжигать, там где написано Бурзе и Red. А я по-твоему что сделал? Попытался. А ты все остальное пробовал? Да. А без крысы пробовал? Сейчас попробую. Ну да. Ай, блин. Супа-пра-па-па-пара. Пе-пе-пер-пер-пер. Оно только сейчас заработало, представляешь? Давай, Елисей, пойдем других крыс искать. Вот, к примеру, крыс. Ты крыса. Давай тебя сожгем. Спасите. Я сейчас заржал, будто я ведьма из Майнкрафта. Я слышал, будто кто-то тарелку разбил. Крыса! Крыса, ты слишком тупая. Это у нас какая? Вторая крыса. Ну, логично, они по порядку появляются. Да я не то хотел сделать. Лох. Догонялки, блин. Оно, высосал. Бобрёнок. Оно, высосал догоналки. Оно, вы бобрёнок. Да? Оно, высосал догонялки, насмерть. Мне как закончить? Сосать? Зайдите. Хорошо. Крыса, привет. Ты про кого? Нет, ты про меня? Нет. А то я думаю, я все еще крыса для тебя. А ты все еще крыса. А ты меня не поднимешь и не сожжешь. Я слишком тяжелый. Ты что, наелся гамбургерс? No. Yes? Oh my god. No, хоть я и худой, но я тяжелый. Хоть Ю и худой, но Ю, хоть Ю и толстый, но Ю легкий. У меня просто не было слов. Толстый, но легкий. Быстрей! Догонялки от монстра. В скобочках Елисея. Закрываем за собой дверь. Быстрей! Я сейчас сожгу четвертую крысу и должен найти пятую крысу. И я спасусь от этого монстра. А это само по себе удивительно. Последняя крыса. Ну же. Давай, я знаю, кто где крыса. Это он. Это решение суда. Какая красивая крыска. Бежать.
Куда я иду? Фу, я не знаю. Где я? Потерялся в пространстве. You're dead. Нет, еще. Сожги крысу без крысы. Сожги крысу без крысы. Сатана, приди. Ладно, до свидания. Я буду сам проходить. Ля. Чё проходить? Ну, этот хоррор. Да блин, ну мы сожгли. И чё? А, ты крыса. Чё? Ты там какую-то дверь открыл, ты крыса. Нет. Да. Нет, я никакую дверь не... Гу, ответим. Я иду. Don't Возможно. Work. Я иду в пустоту. Don't walk, don't walk. Стой, Елисей, нам подсказку тут дали. Тут на картинке подсказка, Елисей. Какая? Тут на картинке подсказка, где ключ от чего-то. Да блин, я все еще пытаюсь выйти из этого лабиринта. Я иду вперед. Да блин, там все видно, дебил. Ни хера. Ты дебил, скажу честно. Хватит мне врать. У тебя там черный черик вообще был. Черяй? Да. Ну как раз именно этот. Так, ключик. Базар. 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 Глупо базар. Тогда выйди из этого говна. Да, Лёня, помоги мне найти выход. Алексей, может, не будешь притворяться? Мне пришлось наушники снять, чтобы это, не услышать этого говна. Я знаю, что ты обосрался. Елисей, давай, выходи. Давай, я тебя жду. Я пытаюсь. Зачем ты пытаешься? Ты можешь не пытаться, а просто идти, дебил. Хватит притворяться. Ну, я иду уже 100 лет вперед. Don't притворяться, дебил. You are David. Я иду вперед уже. Don't притворяться, долбоё. Я уже иду вперед 1 год. Ребята, вы, конечно, не знаете, но он дебил. Он... Не доверяйте этому Логу, он не хочет с своими друзьями разговаривать. Вот сейчас он притворяется, будто ни хера не видит. На самом деле он все видит. А представляете, ребята, как таким можно быть? Ребята, не верьте ему, он просто тупой. Нет. Закрываем дверь. Базар. Не шути за базар. Франция. Ты негр. Быстрей. Не шути за базар. Мы в пустоте. Мы в жопе. Партнер. Радостный.
Проверка игроков. Агрессивный. Разъяренный. И что, не понимаю? Сам. Вообще не понимаю. Ты, ладно, подожди. Помогай, Уэра, май, да. Пойдем. Радостный. Нервный. Агрессивный. Помоги. Даже я. Чего? Здорово, нет, есть. Это чё за челик там такой? Пойдём, Ильси, за мной. Негр. Да я не понимаю, чё это за негр? Он говорит «сусь», «сусь», «сусь». Слышишь, да? Да. Ну а чё это за негрёнок? Это реальный негрёнок. А на нём черепа есть? А, нет. Нет, нету. Он на меня накричал. Посмотрим на черепа. Радостный. А я иду к агрессивному черепку. Агрессивный череп. Представь, агрессивный череп. Он за мной идет. Стой, хочешь прикол? Агрессивный череп. Очень агрессивен, опасайтесь его, он вас укусит. Это какой-то мимик, он только бабочек 13 искать. That's so hot for me. Real hackers, roast fake hackers. Черепок, до свидания. Тебя этот негр убил. Короче, стой, давай ты будешь идти, потому что он меня легко убил. Я тебе буду говорить, куда, как идти. Дебил, иди. Я сам знаю, куда идти. Лук. Мне нужно, чтобы Лука. Этот дебил ушел в другую Мист хат Джерна и снот Эван Хакер. Да еще? А. Вот это вот X10 иди. Это реальный хакер. А. Именно какой? Который у Ерика есть хакерский аккаунт. Блин, этот сусь задолбал зайти. Он тебя что, поглотил? Нет, он за мной бежал. Но он все-таки меня не съел. Молодец, а ты какой череп нашел? Агрессивный. А на него надо просто нажать или его надо отнести? Отнести. Понимаю.
беги, беги. Сейчас, подожди, я отнесу череп, мне надо там отойти. Да нет, да я был уже. Да я только был. Я почти отнес череп. Я сейчас. Елисей, а? Тебе нужно идти со мной. Мне нужен отвлекающий. Да он что там все еще стоит? Да он там бегает где-то. Елисей, мне нужен отвлекающий в этом говне. Поможешь? Аватарка для Ви. Реально, поставь аватарку. Так, я пошутила. Превьюшка, превьюшка. Это такая превью будет? Превьюшка, превьюшка. Я не понимаю, что это за превью. Стоп. Я хочу подарок. Они негры. 75 робуксов, а не негры. Ага. Да это крокодил. Крокудил. Крокудил. Это Сюз. 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 Походу он за мной бежит. Лучше бы меня на озвучку поставили бы. Я бы вам такое сделал. Да с хера ли он такой быстрый? Он еще улыбается такой. Он еще такой улыбается. Ура, я их убью. Мимик и то легче. Нет. Мимик и то легче, когда там это черепа надо собирать. Его хотя бы от этого монстра хотя бы можно убежать. А от нет, него? От него невозможно убежать. А вот там вот негр какой-то ходит. Стоп! Помнишь, в The Mimic был белый, какой-то еще серый, и красный, и черный. Ну, отсылка да. На Mimic! Сюз. Да, Елисей, хочешь от меня озвучку на этого челика? Да. А хочешь от меня озвучку? Давай. Лени слышал даже, нифига. Да блин. Ты гений. Лучшая озвучка, смотри, вот какая. Сейчас мы тут в безопасное место отойдем. Добил. Бежим, бежим. Он рядом. Игорёнок. А! Самая лучшая озвучка это... Да блин, я в стенке. Почему?
дебил. Ты будто бот какой-то из Brawl Stars. Да, не убивай, это Елисей. Елисей притворяется ботом из Brawl Stars. Кстати, прикол, ну рядом. Пойдем. Ну ладно. Да он ши! Выстираем такой быстрый. Реально, кстати. Не, в мимика там сложнее, из-за того, что эта хрень может становиться невидимой. Ты не знаешь, куда от нее бежать, что, где. Да она в любом тебя месте убьет. Ну нахера сделали во второй части первой главы так сложно? Вопрос. Ага, согласен. А это вторая, как бы. Мы что, сразу на второй? Ну да, уже. Ну, первый чаптер, вторая глава. Логик Омега. Зе брок, брок и май авот монитор. Зе брок и май монитор негр. Неси. А пойдем за белым. Да, блин. Елисей, пойдем за белым черепешком. Ты хочешь прикол? А. Почему ты не зацензурили яички у кота? Почему это не зацензурили? А. Пойдем за белым. Он слишком далеко. Хотя. Ни хера. Херали, он такой быстрый. Сюсь. I hate. Hello, Kitty, негр. Привет, кошка. Что? Я тоже хейт его. Да, бля. Здравствуйте. Это Мега Роб Китти. Тебя чё? Убил. Нельзя. Бай. Поем лучше за серым. На серый он вами... где серый? Серый. Ты вообще посмотри, где серый. Серый кружочек, дебил. Белый и так ближе, чем это. И просто вперед пробежать и все. Там череп. Нет, не только. Здесь нас обманывают, тут стенка. Нам нужно тут пробежать кое-как и потом идти. Нас обманывают, понимаешь? А здесь и то будет легче, потому что я вот здесь вот знаю, там не обман. Окей, я пошел сам, просто так. Давай, Лисичка. Ты будешь отвлекающим. Елисей, мне кажется, или эти черепы, типа радостные, агрессивные, разъяренные там, они по цветам и по названиям отличаются по сложностям.
Тут это ч. А. Ну ладно. Я думаю, такая озвучка пойдет. Такая озвучка ему больше пойдет. Я тебя так гоню. Он такой говорит. Он такой говорит. Суп. Да, реально. О, ну наконец-то. Хотя бы серый принесли. Офигеть, смех меня просто оттолкнул в пипиську. Пэт, так, пойдем за разъяренный. Да он сейчас разъяренным станет. Да он сейчас будет это, негром. Он сейчас разъяренным станет. Да он негр, да? Да блин, ты меня не подождал, я из-за негра потерял тебя. Ты дебил. Сюсь. Если рядом, я буду говорить сюсь. А я буду говорить сын. Я скачу. Увидишь. А главное, мне вообще моё имя. Ты его не увидел. А говори моё вообще моё имя себе. Сюсь. Как все там врубилось? Да сюсь! Я спрячусь. Сюсь! Are you alive? Еще да. I'm alive. What? I'm alive. DJ said you are free. Вы говоришь, что такая музыка? Алексей, отвлеки его. Он там, это, перед началом. Отвлеки. Ну ладно. Эй, слушай. Да! Он что, тебя съел? Да! Извиняюсь. Слишком напсиховано. Он слишком тупой. Дебил. Морозотина. Херотина. Пердотина. Что? Он пердотина. Всё.
Сюсь. Пойдем. Не греческая музыка. Срусь. Он сначала во время озвучки это рыгает, а потом это. А потом уже говорит сюсь. Негрёнок. И все притворяются, потом сброс труш. Т-т-т. Пиписька. Это соус. Where are you? Будет перестать притворяться батом из Роуз-Роуз. Пус. Да, я думаю, лучше моя озвучка подойдет. Сюсь. Это сюсь. Я прям в шкаф залетел. Я тоже. Меня прям оттолкнуло от него в шкаф. Он такой, сюсь, а я такой. Он там, он там. Отвлеки его туда. Кс. Эй. Сейчас он там будет. А, да он меня съел. Опа, а меня сейчас не съест. Сюсь. Смешно же до усрачки. Вообще, смешно аж до усрачки. Кстати, Елисей, я думаю, что красный череп, он самый сложный. Ну, просто налево потом, направо нет, потом. Нет, стой. Ну, ты же понимаешь, он это, этот негр, ой, этот негр, он уходит, это... Он ходит прям нереально часто по этим лабиринтам, там, где красный череп. Это самый сложный, это хард, это инсейн, это импосибл. Пойдем. Пойдем за белым. Радостный череп. Где он? Не отбегай от меня. А мне похуй, ты все видишь, долбоёб. Нет. Я ничего не вижу. Я полностью ослеп. Я даже твоего дика не вижу в кабличках. Блять, ты заебал. Ты заебал притворяться. Да, белый череп. Сюсь. Отвлеки. Чё, где? А, беги, дорогая, беги. Я просто так заржал, что же я так заржал, будто я со стула не упал. Я чуть со стула не упал. Ha, 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 ha.
Гуда музыка. Я хочу превышечку сделать. Погоди. На какую кнопку превышечка? Понял. Сюз, ты где? Да блин, ты меня оставил или это ты для превьюшки сделал? Для превьюшки. Ну ок. Сюсь. Сюсь, я иду к тебе по звукам. Это Сюсь. Да Сюся. Зюзя. Зюзя. Сюсь. 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 Я к белому черепу пришел. Сюсь. Next die. Сюся. Саса. Сурака. Сурок. Сырок. Негры. Шоколадка. Говно. Дерьмище. Сюся. 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 Где? О, их красный череп нечаянно нашел. Ну, подберу, хотя я сдохну, ладно. Он тут часто ходит, поэтому сейчас прививочка будет. Пока. Открыть файл. Это что, превью такая была с этим негром? Да. Сейчас, ребята, посмотреть файлики, фифлики, документ. Негры. Та-та-ра-та-та, ратай. Лабочка. Зюзя. 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 Привишки, привишки. Нам надо выключить. Так. Все, привычка будет сейчас. Все. Стой. Пойдем за красным черепчиком. Почему за красным? Мы даже черный еще не принесли. Мы принесли его. А. Я принес. Если что, просто лень это делать нормальную превьюшечку, поэтому я не открываю это Photoshop. Photoshop. А ты следи это там, чтобы это, ну он там не был. Там же рядом есть шкафчик, вот ты иди к нему и это отвлекай его. Он приближается, я слышу. Находи его. Эй, сыс. Эй, сыс. Сыс. Сыс, эй. Сыс. 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 Ты когда его найдешь, ты говоришь сыс. Сыс.
И он меня съел. Так, Евсей, он пошел к тебе на начало. Ты уверен? Класс. Минус, минус, минус. Шкафчик, спасибо тебе, Слава. Я, короче, буду его к спавну прилетать. Не надо его к спавну, отвлекай его от спавна, наоборот. А, Волк, я его к белому черепу буду. Ты там в шкафчике сиди, когда он у меня будет, я скажу. Да, он все, я его отвлек. До белого черепа? Подожди, где-то Эйсис. Иси, иди в начало, быстрей. Иду. Что произошло? Я вставился черепа. Ура, открой дверь, умирай. Да сейчас, где он? Да, Элисей. Эй, сыс. Так, я жду тебя. Ой, это было жестко. Но мы смогли. Это превьюшечка с того, что было реальным сложным. Кстати, Элисей, ты умер возле начала. Пойдем. Белая херня. Да ну. Все? Первый чап закончен, что ли? Да ну! Эльсей! Мы, походу, закончили первый чаптер. Я мышка не могу двигать. Алло. Да у нас просто грузится. Не, оно у меня в центре, у меня все загрузилось. Вот тут я могу двигать. Вот, теперь могу, все. Я просто это, Alt плюс Tab сделал, и все. Так, насколько я понял, мы прошли первый чаптер. Изи просто. Do you speak English? Что нам бейджик, мне интересно, не дали? Или нам дали, но мы его не увидели? Ну да, скорее всего так. Потому что мы прошли. Да, мы прошли первый чаптер. Давай на этом закончим. Что такое? Ладно. А ты где? Ты где? Я возле дерева. Елисей, мы на других серверах. А. Прикол. Вот сейчас я к тебе на сервер зайду. Да. Прощание будет только с тобой. Шоколадочка. Открывает он, блядь. Да, блядь. Шоколадик, кек. Если я палец чуть-чуть не порвал. Пока у меня грызется, ты подожди. Здравствуйте. Заканчиваем так же, как и начали. Ну. В общем, мы прошли первый чаптер. И это. На этом мы закончим. Мы танцуем. Да.
второй чаптер мы пройдем в следующей серии. Всем до свидания.